носок передней ноги на себя, либо кулак, либо к ступне. Если есть еще подвижность, то и через ногу. Если это нереально и неудобно, то остаемся так. Макушка вытягиваем вверх, вот закручиваемся. Из этого положения мягко. Левая нога отпала. Сесть удобно. И насколько получается, пойти вниз. Если есть возможность глубже, то двумя руками. На вдохе два, в конце вдоха лоб, на выдохе туда, где тянется сильнее к себе. Держать за ногу, спину назад, работаем. Плечи вверх назад. Оставляем ногу налево. Перемещаем таз налево. Аккуратно ложимся. Можно здесь дольше фиксировать своим ощущением, чем я показываю. Потихоньку таз отправляем. Правую руку цепляемся под левую коленку. Левую руку на правую. Потихоньку сели. И себя такой поправим. Левая нога вперед, правая нога согнулась. Правую указать либо на кончик пальца, либо на ладошку. Левую руку. Есть возможность в ступне либо оставить, либо перенести. Тяжело переносить, стал быть, оставляем. И носок передней ноги на себя. В начале вдоха пах, в конце вдоха лоб, на выдохе туда, где тянет сильнее всего. Держать за ногу сильно, прогладь. Расправим себя правой направо, таз направо. Аккуратно легли на левый бок, правый прикрыли, левые коленки, правая сторона. Сводим направо. На вдохе правую руку, на выдохе.